Здравствуйте! Вы смотрите программу «Лицом к лицу». Может ли современный успешный человек верить в Бога? Находить в своем плотном графике время для молитвы, чтения Священного Писания и служения ближним? Сегодня мы узнаем ответы на эти вопросы вместе с нашей гостьей Оксаной Сергиенко. Оксана является верующим человеком, она также является заместителем министра финансов Российской Федерации. Оксана, я рада приветствовать вас. Здравствуйте. Оксана, расскажите о вашем пути к Богу. Как вы стали верующим человеком? Я стала верующим человеком почти уже 10 лет назад. До этого у меня был достаточно долгий путь поиска жизни, поиска приоритетов, ценностей. И, наконец, когда я однажды в жизни взяла Слово Божье, Библию стала читать, я обратилась к Богу. И в 2000 году я приняла ответственное, я считаю, что это самое ответственное решение моей жизни, я заключила завет с Господом. И с того времени моя жизнь кардинально изменилась. И раньше я жила так же, как все люди, теми ценностями, теми приоритетами, и стремилась к тому, к чему стремится весь наш мир суетный. А когда я уверила в Бога, я стала читать Библию, молиться, то я на мир стала смотреть по-другому. Оксана, один вопрос. А вот что вас побудило читать Библию? Вот вы жили, и вдруг как бы резко решили читать Библию. Что стало таким поворотным моментом? Ну, я стала молиться Господу в определенных трудностях, которые имела на тот момент, и увидела ответы Бога на свои молитвы. И тогда мама моя, она человек верующий, она давно уже верит в Бога, она посоветовала мне читать Слово Божье. Я стала читать Слово Божье, и у меня появился действительно неподдельный интерес к Слову Божьему. И я поняла, это то, что как раз мне надо. Ведь Слово Божье, Библия — это правило счастливой жизни для каждого из нас. В ней написано все для человека любых возрастов, любых профессий, любых привязанностей. И Библия — это тот учебник, который должен, я считаю, читать каждый человек в своей жизни, потому что Библия нам преподает такую школу, которую ни одно учебное заведение преподать не сможет. Потому что это за школа? Это школа постижения божественной мудрости. Когда мы живем в миру, очень часто говорят, что успешными становятся те люди, которые живут, думая только о себе. Себе сегодня. Чем больше взять, получить от жизни, тем лучше. Мы, по сути, даже рождаемся эгоистами. Младенец, когда появляется на свет, он говорит «дай мне». Он не говорит «на тебе», он говорит «дай». И так мы идем по жизни, вырастая, становясь еще больше, укореняясь в своем эгоизме. И я была долгие годы таким же человеком эгоистичной натуры. И когда я обратилась к Господу, Господь мне показал совершенно другую картину. Он сказал, что нужно не получать, а отдавать. И это удивительно. Раньше, когда я старалась только себе получать, жить только для себя, я испытывала реально недостаток во всем. А когда я стала исполнять принцип Божьей воли, отдавать получаемое, то я стала иметь такие благословения, которые ни с чем не сравнимы. А вот вам легко это давалось, решение жить для других? Ведь раз человек по природе эгоист, значит, ему трудно бороться вот с этой, так скажем, природной наклонностью, которая появилась, в общем-то, вследствие грехопадения у человека. Легко ли вам давалась христианская жизнь поначалу? В принципе, на самом деле, поначалу, наверное, было очень трудно, потому что я по натуре человек целеустремленный. Я, в принципе, поставив для себя цель, всегда добивалась ее любыми средствами. Я при этом могла затратить огромный объем ресурсов, своих жизненных потенциалов, и порой часто получалось очень вхолостую. Но когда я стала доверять Богу
и уже все меньше полагаться на собственные силы, а больше полагаться на Бога, тогда я увидела чудесный результат. Тогда я увидела, что уже не я своими силами что-то делаю, а Господь через меня творит чудеса, дает мне избавляться от тех черт характера, в частности, от жадности, эгоизма, себялюбия, гордости, которые превалировали во мне, как и во многих других людях в мире, окружающих нас. А вот можете какой-то конкретный пример сейчас привести, чтобы стало понятно, как Бог помог вам избавляться от отрицательных черт характера? Ну, могу сказать такой удивительный пример. Я долгие годы была очень скупым человеком. Мама у меня по натуре человек очень щедрый, добрый. И она долгие годы пыталась бороться с моей скупостью такими административными жесткими методами. Но у меня ничего не получалось, вернее, у нее не получалось в борьбе с моими такими плохими чертами характера. Она заставляла меня жертвовать. Я даже первое время, приходя в храм, очень редко отдавала деньги на пожертвования. Очень скупо относилась ко всему. И самое интересное то, что я, когда я вела такой образ жизни, стараясь только себе никому не давать, я материально нуждалась. Когда я пришла к Богу, когда я отдала эту проблему в Его руки, то Господь стал постепенно меня перевоспитывать. Я увидела, что в слове написано, что мы написано то, что мы должны отдавать, раздавать, и тогда мы получим еще больше. Я действительно в своей жизни увидела это благословение от Господа, когда стала давать, причем сейчас для меня блажение давать, нежели получать, потому что это действительно радость, когда видишь множество нуждающихся людей, которые гораздо хуже меня живут, и они получают от меня что-то в виде времени потраченного, в виде ресурсов каких-то, подарков, в виде моральной поддержки, духовной. И видишь отдачу от этих людей, видишь радость, улыбку на лицах этих людей. Конечно, это самое чудесное то, что можно представить на свете. И я, живя таким принципом теперь, руководствуясь лучше отдать, чем получать, следуя совету, написанному в Библии, получая обильное благословение от Господа, и это как нескончаемый поток. Поток получения, отдачи, благословения от Бога. И это чудесно. А в чем заключаются эти благословения? Ну, я могу привести такой пример, что, вот как я вижу по опыту многих людей, которые меня окружают, что часто очень люди ищут благословений. А что такое благословение? Это означает иметь материальный достаток, иметь хорошее здоровье, иметь крепкие семьи, иметь хорошие отношения в коллективе, иметь мудрость в работе, преуспевать в работе. Но, к сожалению, очень мало люди задумываются над тем, что нужно искать прежде всего Бога самого. Когда я стала верующим человеком, я стала жить каждый день, имея очень тесное отношение с Богом, с личностью, с Иисусом Христом. Когда я нашла Его, остальное все, вот те благословения, о которых я сказала, они просто прикладываются как приложение на самом деле. А многие люди, и я, наверное, в прошлом, до того, как я еще стала крепко в своей вере стоять, я, когда имела трудности, проблемы в жизни, то, испытывая такие проблемы, очень часто прибегала к молитве Богу. Любой из нас, наверное, когда испытывает проблемы, он прибегает к Богу со слезами на глазах, кается, плачет. И если человек искренне раскаивается и обращается, Господь всегда слышит такие молитвы и отвечает на них. Вот, и мы получаем благословение. Но порой очень часто, получив благословение, ответы на молитвы, очень хорошие, порой даже чудеса возникают в жизни людей, происходят, мы очень часто забываем, у нас очень короткая память. И дальше, сказав спасибо Богу, мы поворачиваемся и снова идем своим путем. А найдя Бога как личность, которая всегда присутствует, поддерживает меня во всех обстоятельствах жизни, каждый день, в течение каждого часа прожитого дня, тогда я поняла, что значит жить сегодняшним днем, радоваться и получать благословение. Но благословение не как самоцель, а благословение как результат очень тесных взаимоотношений с нашим великим Богом. То есть основная цель – это Бог, Его да. присутствие, Он сам. Да. А если вот часть тех благословений, которые мы все-таки подспудно ожидаем получить от Бога, мы не получим? Ведь многих это может разочаровать. У вас не было такого в жизни? Были такие периоды в жизни, но это периоды, когда я могу сказать, менее духовно
развивалась тем сейчас, скажем, на сегодняшнем этапе своего духовного развития. Я могу привести пример из своей собственной жизни, когда очень часто раньше я полагалась на собственные силы. Я хотела что-то получить в жизни. Я доверяла эту проблему Богу и даже в молитве порой диктовала пошагово реализацию достижения этой проблемы. Но потом я себя очень часто ловила на мысли, если я в молитве уже заранее запрограммировала последовательность действий, которые должен Господь сделать для того, чтобы я получила то или иное, то это, наверное, неправильно. Очень часто порой в жизни бывает такое, что мы идем по тому пути, который выбираем сами, который не является волей Божьей. Идя по этому пути, мы стучимся в дверь закрытую. Один раз постучались. Господь ставит препятствие, предупреждает, что нам не нужно идти туда. Но мы, будучи очень порой упрямыми людьми, надеющимися на себя, продолжаем стучаться в эту дверь. Господь второй раз предупреждает: отойди, тебе это не нужно, потому что ты не знаешь. Ведь мы очень близорукие люди. Мы вышли за дверь и не знаем, что с нами случится. Только Господь знает то, что будет завтра, послезавтра и до конца наших дней на этой земле. Вот. И когда мы очень сильно упорствуем в своем желании получить то или иное, то Господь оставляет нас и говорит о том, что дальше уже ты сам действуй. И порой открывается дверь, которая очень желанная для нас была, а за ней может оказаться пропасть. И мы порой можем даже никогда не подняться из того болота, куда можем упасть за этой дверью. И Господь очень часто останавливает нас на путях наших. Вообще, Библия — это удивительная книга, которую я имею в своей жизни, которая действительно изменила мою жизнь и изменяет жизни многих людей. Что такое Библия? Если коротко говорить, то Библия — это наш призыв к Богу. Однажды, в момент грехопадения в Эдемском саду, когда Адам и Ева отошли от Господа, вот начиная с того времени, Господь стучится в сердце каждого человека и говорит: «Придите ко мне, уйдите, отвратитесь от своих путей, по которому вы идете». Вся Библия, и Ветхий Завет, и Новый Завет — это призыв Господа к каждому из нас обратиться вновь к Богу. Потому что Господь, как и нежный любящий Отец, как наш родитель, Он стремится к тому, чтобы мы имели в жизни только самое лучшее. Но мы порой, не зная, по своему незнанию, либо неразумению, или нехотению разуметь, не принимаем то, что приготовил для нас Господь. И мы, другими словами, просто отворачиваемся от тех благословений, от той счастливой жизни, которую хотел бы Господь нам дать. И когда мы видим Слово Божие, когда мы начинаем читать его, изучать, это то, что я стала делать в своей жизни, каждое утро, какого бы напряженный график у меня не был, даже если мне приходится спать, допустим, 2-3 часа, я все равно будильник поставлю на час раньше, я буду на час меньше спать, но я все равно каждое утро целый час провожу в общении с Господом. Я читаю Слово Божье. Я вижу тот путь, который Господь мне приготовил. Я учусь. Господь наставляет, Господь обличает, Господь исправляет характеры наши и выправляет наши пути. Он ведет нас по такому пути, который действительно очень благословенный и путь наименьших ошибок и неудач в нашей жизни, если мы видим эту волю в своей жизни. И вторая часть моего общения в том, что я молюсь Богу. Это молитва, это ежедневный разговор с Богом. Вот как мы общаемся с самым близким другом, знакомым, подруга и так далее. Мы говорим о своих проблемах, нуждах, печалях, переживаниях. То же самое молитва к Богу. Это наш разговор, обращение к Нему, в котором мы благодарим Господа за то, что Он создал нас, за то, что Он когда-то нашел нас в этом мире, за то, что от многих потрясений, испытаний спас, оберег, за то, что Он благословляет нас каждый день, за то, что мы имеем возможность трудиться на работе, зарабатывать деньги, за то, что мы имеем возможность, получая, отдавать другим людям, которые нуждаются больше нас. То есть современный, занятый человек вполне реально может найти в своем графике время для Бога? Конечно. Современный человек, я считаю, что как раз-таки должен искать время для Бога, потому что у нас сейчас очень время торопится, спешит вперед. И суета настолько нас затягивает, что порой мы даже не замечаем, кто мимо нас проходит, какие у нас окружают люди, какие проблемы есть у людей.
Соломон еще писал о том, что суета-суета, там лени духа, все это наша жизнь. Я сравниваю свою жизнь в прошлом с такой картиной. Я ставила цель, причем ставила ее на будущее. И, находясь сегодня, я прикладывала все силы. Я не спала, не ела. Практически очень много времени уделяла на то, ресурсов своих на то, чтобы достичь этой цели. То есть я не жила ни сегодня, ни вчера, ни завтра. И так было день изо дня. Дальше, достигая этой цели, у меня было удовлетворение. Порой день, порой два, иногда месяц, максимум год. Дальше что происходило? После того, как я достигла цели, получила удовлетворение, у меня наступала пустота от того, что все, смысла в жизни нет, что делать дальше? И как я заполняла эту пустоту? Я ставила новую цель. И снова я не жила ни сегодня, ни вчера, ни завтра. Я добивалась цели, максимум усилий тратила. И всю свою жизнь в прошлом я называю гонкой за призрачными целями. И ведь сейчас большинство людей в этом мире также гоняется за призрачными целями. Люди не радуются каждому дню. А в Библии, в Священном Писании написано, чтобы мы радовались каждому прожитому дню и не заботились о завтрашнем дне, о послезавтрашнем, а жили сегодня и наслаждались тем, что дает Господь. Оксана, то есть вы убеждены, что эти цели все-таки были призрачные? Ведь люди, и вы, конечно же, ставили вполне, наверное, полезные, добрые цели, хорошие цели, которые были, наверное, связаны с вашей работой, с вашим ростом. Неужели все это призраки, когда человек ставит цель, допустим, получить образование, да, вырасти карьерно, воспитать детей, дать им образование? Это что, все призраки? Нет, это все правильно на самом деле. Все хорошие цели. Но так я думала, когда была неверующим человеком, когда я жила, полагаясь на собственные силы. И самое удивительное то, что я в то время прикладывала очень много жизненных сил, энергии для того, чтобы достичь своей цели. Но самое главное, что результат у меня был очень маленький. Я работала вхолостую. Это знаете, как набираешь воду в ведро с пустым дном. Набираешь воду, набираешь, она не накапливается, не наполняется ведро. Ты работаешь холостую. А меж тем у тебя здоровье меньше, ты стареешь, ты становишься более каким-то уязвимым внешним обстоятельствам, ты становишься более раздраженным и так далее. То есть ты постепенно угасаешь в этом мире. Результата не было. И только тогда, когда я стала доверять все свои эти цели, задачи, поставила или передала, точнее сказать, волю Божью, тогда у меня стал появляться очень хороший результат в моей деятельности, в моей работе. То есть это не значит, что вы отказались от всех целей своей жизни, вы продолжали их ставить перед собой, да, но доверяли все Богу, как Его воле будет. Абсолютно угодно. Верно. Я стала доверять полностью все аспекты в своей жизни, я подчинила воле Божьей, и стал результат гораздо лучше, чем я имела до этого. Господь благословил все в моей жизни, Он ведет, наставляет. Порой, очень часто мы не знаем перспективы завтрашнего дня. Мы не знаем. А Господь верующим людям всегда дает провидение. Он предупреждает, Он наставляет, Он говорит о том, что мы должны быть готовы к тому, что нам преподнесет жизнь завтра, послезавтра. Только так верующие люди возрастают духовно. Когда они находятся в тесной связи с Господом, читают Слово Божье, молятся, и тогда они действительно выходят победителями жизни и никогда не проигрывают, потому что с Богом проиграть нельзя. Ты только побеждаешь. Оксана, а что для вас вера в Бога? Для меня вера в Бога — это то, когда я просыпаюсь утром, и я радуюсь тому, что начался новый день. А когда я ложусь вечером, также я благодарю Бога за то, что прошел очередной день моей жизни. Он был полунасыщен событиями и благословениями от Бога. То, что я перестала суетиться, я перестала волноваться, я перестала переживать. Американцы провели известное исследование, и было доказано, что в 70% случаев люди переживают по поводу тех событий, которые никогда не случаются в их жизни. И это действительно так. Мы переживаем по поводу того, что никогда не будет с нами. А мы растрачиваем силы, здоровье, нервную систему, слабеет наш иммунитет, от этого все наши заболевания. Это печальная жизнь. Когда я стала действительно верующим человеком, я стала действительно радостным и счастливым. Я думаю, сейчас мало людей в мире, которые могут сказать, что они по-настоящему счастливы. А я могу сказать, что я с Богом
действительно очень счастливый человек. Вот слова «вера» и «верность», они похожи. И они связаны друг с другом. И верность Богу, наверное, проистекает из веры в Него, из бесконечного доверия Богу. Вы как-то пережили в своей жизни испытание вашей веры и верности Богу? Да, у меня было очень много случаев, примеров в жизни по поводу того, как Господь верен в своих обещаниях. Я, наверное, приведу пример в отношении соблюдения закона Божьего. Я, как человек верующий, когда стала изучать Библию, я прочитала 10 заповедей и поняла, что Господь оставил нам наставление. Причем Он оставил закон Божий не как назидание, а как правило счастливой жизни для каждого из нас. Я называю 10 заповедей ограждением. Вот представьте себе скалу и обрыв. И тот человек, который находится на вершине скалы, он подвергается очень большому риску упасть вниз и разбиться. И Господь вот в нашей жизни также, полный больших проблем, переживаний, тягостных, скорбей и так далее, поставил для нас, для людей, которые доверяют Ему, 10 заповедей, как ограждение от всего плохого, что может случиться с нами. И я прочитала 10 заповедей и поняла, что Господь их для меня именно дал, для того, чтобы моя жизнь стала гармоничной, чтобы я действительно радовалась каждому дню. Первые 4 заповеди — это наше отношение к Богу, чтобы мы почитали и уважали Господа. Есть 4-я заповедь. Она является венцом заповедей отношения к Богу. Это 4-я заповедь, которая говорит о том, чтобы мы соблюдали день субботний, чтобы мы в этот день не работали, чтобы мы шли на поклонение Богу в храм, чтобы мы молились. И Господь дальше дает обетование, что Он благословил этот день и освятил особо этот день. Это день, который я каждую субботу, каждую неделю в субботу хожу в церковь на поклонение Господу, в храм. Я молюсь вместе с верующими людьми, читаю Библию, слушаю проповеди, возрастаю духовно. В этот день происходит не только мое духовное возрастание, но также и физическое исцеление. В этот день я полностью отключаюсь от суеты этого мира и настраиваюсь на духовный лад. И когда я начинаю новую неделю, я чувствую себя очень отдохнувшей и радостной именно в Господе от того, что Господь дает закон свой для нас. И я работаю все эти годы, я давно уже работаю в Министерстве финансов, у меня никогда не было проблем с субботой, потому что я этот вопрос доверила в руки Божьи. Господь ведет, Господь дает мудрость, разум в работе, благословляет, и коллеги это видят, поэтому Господь верен в своих обещаниях. А остальные 6 заповедей закона Божьего, они отражают наше отношение к людям, в основе которых должна быть любовь. Мы должны любить и Бога, и людей, поскольку Бог есть любовь. И мы, верующие люди, должны тоже быть проявлением любви. Оксана, некоторые люди боятся соблюдать субботние дни, потому что думают, что их неправильно поймут. Родственники неправильно поймут на работе, отнесутся к этому как к чему-то странному, не дадут этот день соблюдать так, как нужно, вызовут на работу, не дадут отдыхать в этот день. Вот вы занимаете такой ответственный пост, и никаких проблем с субботним днем. Не было никаких испытаний у вас вот за эти 10 лет, когда вам обязательно нужно было быть на работе в этот день, но вы предпочли посетить церковь? Да, у меня были такие случаи, когда назначались совещания на достаточно высоком уровне, именно в субботу назначались. Но я говорила о том, что я человек верующий, и мне руководство говорило, что, пожалуйста, работайте тогда в другой день недели. И в отношении того, что как отреагируют люди, как скажут коллеги, сотрудники в отношении соблюдения закона Божьего. Вот я могу поделиться своим опытом. Когда я стала верующим человеком, когда я стала читать Слово Божье, для меня авторитета больше, чем Господь, не существует, потому что Он великий наш Творец, и Он знает, как лучше для нас. Вот многие у нас знакомые в отношении субботы испытывают различного рода проблемы. И был даже один случай интересный, что знакомая перестала посещать собрания по субботам, отдав приоритет работе, деньгам и так далее. И через несколько месяцев ее предприятие закрылось, перестало существовать, и она осталась практически на грани выживания. В этом как раз и
мы увидели суть благословений закона Божьего для нас. Потом эта женщина стала ходить снова в церковь по субботам, молиться за то, чтобы трудоустроиться. На следующей же неделе она нашла работу, где уже руководство разрешало по субботам ходить на богослужение. Она имеет заработок существенно выше того, что она получала раньше, надеясь на собственные силы, доверяясь каким-то мирским приоритетам. И это и есть чудеса от Бога, которые Он показывает, проявляет в нашей жизни. Если мы будем верны Господу, Он нам будет верен всегда. В этом даже не нужно сомневаться. Да, действительно, Слово Божие говорит, что Бог верен и праведен, Он верен и истинен. Он, даже написано в Ветхом Завете, «Велика верность твоя», эти слова о Боге. И если мы верны Ему, то Он тем более будет верен своим обещаниям сохранить нас и быть всегда с нами. Оксана, я знаю, что вы занимаетесь активным служением в церкви. В чем оно заключается? Ну, активным служением занимаюсь, на это, наверное, это громко очень сказано, потому что если мы люди верующие, я считаю себя человеком верующим, то в Библии написано то, что плох тот человек верующий, если он не проповедует, то, наверное, вера такого человека тщетна или формально эта вера. Если я обрела такой свет, который я имею сейчас от Господа, я не могу молчать. Я делюсь этим светом с другими людьми. Вот приведу простой пример. Если в быту мы приобретаем стиральную машину, телевизор, либо какую-то технику, которая снижает издержки наши, повышает производительность труда, или она очень экономна в потреблении и так далее, то мы стараемся своим приобретением делиться с нашими соседями, знакомыми. Сразу рассказываем об этом. И насколько важнее рассказать другим людям, которые пока еще не узнали свет Божий, о той любви, которую мы, как люди верующие, открываем для себя. И поэтому я даже не назвала бы это служением, я просто называю это естеством своей жизни, потому что я не мыслю другой жизнь без того, как нести людям свет Божий. Поэтому я очень часто, практически всегда дарю духовные подарки, Библию, диски, Евангелие, книги «Путь ко Христу», о молитве, «Желание веков». Дарю также газету «Сокрытое сокровище». Вот она у нас здесь лежит с вами. Это удивительная газета, которую Господь тоже даровал нам. Это газета, которая рассказывает о любви Божией каждому человеку, который живет на земле. Если человек еще не обратился к Богу, она призывает обратиться. Здесь есть удивительная страница детская, страница для родителей, для тех, кто хочет вести здоровый образ жизни, как правильно питаться. Это газета, которая рассчитана на все возраста, на людей любой профессии, любого интеллектуального кругозора. Вот расскажите подробнее о вашем служении, связанном с этой газетой. Кому вы ее дарите? Это ваши близкие, друзья, знакомые? Мы осуществляем очень большую работу. Мы ходим по городам, по домам, по почтовым ящикам, раскладываем эту газету. У нас есть группа миссионеров, которая содержит от 10 до 15 человек максимум. И мы совершаем этот труд. Мы приносим эту газету в дома. И нас очень часто люди ждут с таким нетерпением, с которым мы даже не ожидали. Люди нас встречают, люди начинают читать газету. То есть постоянные читатели? Есть постоянные читатели, да, есть наши постоянные подписчики. Когда люди знакомятся с этой газетой, привыкают к ней, мы начинаем дружить с этими людьми. Они нас приглашают в гости. Мы обмениваемся мнениями. Люди говорят о том, что газета очень интересная, она полезная. И самое удивительное то, что ведь на страницах «Сокрытого сокровища» мы видим Слово Божье. Мы видим призыв Бога к людям. Мы видим ответ Бога на молитвы многих людей, которые окружают нас. И очень часто те люди, которых мы посещали, потом мы с ними дружили, знакомились, они говорили о том, что в самый критический момент в их жизни, когда были какие-то тяжелые проблемы, испытания, трудности, мы пришли, положили в ящик
эту газету «Сокрытое сокровище». И через эту газету люди увидели свет Божий, люди видели разрешение своих проблем, они стали молиться, читать Библию, и у них стала меняться жизнь. Очень много примеров могу привести, когда люди были на грани самоубийства, и именно через эту газету Господь спасал этих людей, давал им новую жизнь. То есть они читали какие-то статьи, и это их останавливало? Да, они читали статьи, они звонили в редакцию газет, они просили принести духовную литературу, Библию, книги дополнительные. Мы устраивали обсуждения у постоянных подписчиков. Они стали ходить в церковь, посещать наши богослужения. Эти люди затем заключали завет с Господом, меняли жизни этих людей, жизни их родственников, ближайшего окружения. Эти люди сами стали разносить эту газету по другим домам, по другим людям, тем, которые еще имеют нужду в Боге. То есть отклик, безусловно, есть? Отклик есть. Сейчас тем более. Россия, в принципе, одна из стран, которая действительно отличается, к сожалению, и входит в рейтинги, видимо, самых неблагополучных стран в отношении потребления алкоголя, табака, наркомании, разрушение всяких семейных устоев. А в период кризиса эта проблема только усугубляется на самом деле. Поэтому нашим людям, нашим согражданам, россиянам, как никогда сейчас нужно живое слово Бога, которое мы вот именно распространяем через эту газету «Сокрытое сокровище». Когда люди обретают уверенность, ведь сегодняшний день на самом деле много неопределенности несет с точки зрения и развития глобального кризиса, в том числе, который оказывает влияние на нашу российскую экономику. Многие люди теряют заработок стабильный, многие люди лишаются практически средств существования, у которых есть дети, и поэтому многие находятся в тяжелом отчаянии. И на самом деле я, как человек верующий, могу сказать только одно. Лишь Господь может дать покой, успокоение каждой душе, которая обращается к Нему. И поэтому и теоретически, и эмпирически доказано, что только те страны, которые верят в живого Бога, у которых духовное возрождение, те страны имеют и экономический расцвет, экономический рывок в своем развитии. Это две вещи взаимосвязанные. Оксана, в чем вы видите смысл и цель своей христианской жизни? Моя цель и смысл моей христианской жизни – это служение Богу и служение людям. Оксана, почему вы выбрали именно такой способ служения ближним через распространение газеты? Мы выбрали этот способ, потому что считаем его наиболее оптимальным с точки зрения того, как до каждого россиянина донести живое слово Бога и помочь в решении тех или иных проблем, чтобы Господь вступился за нужды людей этих, и за отношения, которые возникают среди этих людей, чтобы Господь стал управлять всеми обстоятельствами жизни этих людей. Я расскажу один пример. Несколько месяцев назад, когда мы стучались в квартиру одного человека, а он получал нашу газету несколько месяцев, мы клали ее в почтовый ящик, потом отзвонился, сказал о том, что хочет получать нашу газету постоянно. Он открыл дверь, пустил нас домой и стал рассказывать свою историю. Он сказал о том, что несколько месяцев назад у него умерла жена, и он потерял смысл жизни. Он стал употреблять алкоголь, причем доза его увеличилась изо дня в день, и практически он был на грани выживания уже. Но когда он увидел нашу газету в своем ящике, обнаружил, он стал ее читать. Он стал все больше уделять внимание себе, своему здоровью. Он стал постепенно приобщаться к духовному, просил нас принести Библию. Мы часто посещали его, читали вместе Библию, молились. Потом этот человек стал посещать богослужения по субботам, ходить в церковь. Мы увидели, какие благословения он стал получать. Он устроился на работу, он стал помогать детям. Дети тоже перестали потреблять спиртное, они тоже были склонны к этому греху. И этот человек на самом деле за несколько месяцев помолодел на 10-15 лет, так говорят его родственники. С этим человеком действительно произошло чудо. И вот таких примеров мы видим на своем жизненном пути по мере распространения этой газеты очень большое количество. Мы заходим в дом, кладем газету в ящик, именно в тот момент, когда, например,
какой-то человек хотел покончить жизнь самоубийством. А мы принесли газету, он стал читать, он увидел Слово Божие, он обрел смысл жизни, жизнь человека изменилась. И таких примеров не единицы, таких примеров очень много. Когда мы приходили, вернее, через нас Господь приходил, через газету «Сокрытые сокровища» в какой-то дом, в котором была трагедия, утрата, какая-то скорбь большая, Господь утешал, обнадеживал, или какие-то серьезные неразрешимые проблемы, мелкие, крупные, с детьми, с родителями, безличностные, материальные, моральные, физические, со здоровьем. Господь приходил и разрешал все проблемы у этих людей. И порой, очень часто, когда мы встречаемся с людьми, которые выписывают газету, которые читают ее, поначалу мы видим очень много страданий, переживаний, проблем у этих людей. Практически каждая квартира, куда заходим мы, она несет в себе оттенок печали, оттенок негодования, оттенок безутешности, безнадежности. И когда постепенно эти люди начинают обращаться к Богу через эту газету, читать Слово Божие, читать Библию, молиться, посещать собрания, то Господь меняет жизни этих людей. Поэтому это служение мы считаем наиболее важным и ответственным. И поэтому я бы хотела обратиться, пользуясь случаем, к людям, которые уже знают Бога, люди, которые верующие, чтобы они активнее принимали участие в распространении Слова Божьего. Если мы, каждый верующий, возьмемся активно за это служение и будем нести эту газету, а через него Слово живого Бога в каждую квартиру каждого россиянина, то скольких бед мы могли бы избежать и можем еще избежать? И как лучше бы проистекала наша жизнь каждого отдельного человека и страны в целом? И это ведь удивительно. Мы должны служить ближнему своему. Потому что если мы, узнав Бога, прячем эту весть только в себе, то мы, по сути, по-прежнему остаемся эгоистами. А Господь говорит, мы должны отдавать то, о чем мы уже говорили. Действительно, когда мы много отдаем, мы очень много в своей жизни приобретаем. Действительно, ведь и в Евангелии написано о верующих людях: «Вы свет миру, вы соль земли». И Иисус призывал своих учеников, своих последователей нести эту весть, весть истины, весть Евангелия, добрую весть окружающим людям. Да, мы должны это делать, иначе если мы перестаем служить людям, перестаем служить миру, мы сами останавливаемся в духовном развитии, идем постепенно назад, не замечая порой того. И наша вера постепенно угасает, приобретая формальный характер. А когда мы идем служить людям, служить миру, мы видим изменяющуюся жизнь этих людей, мы видим чудеса в жизни не только своей, а в жизни этих людей, наша вера крепнет день ото дня, мы сами духовно возрастаем и радуемся уже не за себя, а за этих людей. И это удивительная радость для каждого из нас. И вы видите реально, что это действительно не ваше дело и не ваши планы, а это дело Божье. Дело благовестия, да. Что Бог руководит каждым шагом, можно да, так сказать. Да, мы видим, что это дело Божие, потому что в служении газет принимают участие не только люди верующие, а те, которые только на пути к Богу, которые читают эту газету, говорят о том, что в нашем столь развращенном мире присутствие такой газеты несет свет, радость, любовь, примирение. Это очень важно. И даже в последнее время мы видим, как чисты случаи, когда люди из мира жертвуют большие суммы средств для того, чтобы эту газету мы, люди верующие, несли в каждый дом, в каждый почтовый ящик, в каждую семью. В общем-то, люди в этом мире очень часто думают, что им для счастья не хватает одного, другого, третьего. Но на самом деле самая важная и самая глубокая нужда человека – это, наверное, нужда в Боге. Да, совершенно верно. Это действительно так. Я очень много встречала примеров на своем жизненном пути людей, которые имели все в мирском понимании. Они ни в чем не имели нужды, у них было все. Но у них не было покоя, радости, мира в душе. И ответ очень прост здесь. Когда Господь сотворил нас с вами всех в этом мире, Он создал в нашем сердце пустоту, которая может заполниться только Им. Все остальное — все в этой мире, то, что приходящее, оно не заполнит эту пустоту. И только когда эта пустота заполняется, это место, которое Господь оставил в каждом сердце для себя. И только когда мы находим Бога в жизни, так, когда эта пустота заполняется Божьим присутствием, тогда мы становимся по-настоящему счастливыми людьми.
Что вы можете пожелать тем людям, которые сейчас нас смотрят, которые ищут Бога всем сердцем, желают Его познать и желают возрасти в вере? Это прекрасно, когда люди ищут Бога, когда люди пытаются найти Его. И самый короткий путь найти Бога – это открыть Слово Божие, Библию, начать читать, изучать вместе с молитвой. И Господь откроет путь каждому человеку. Когда мы начинаем изучать Слово Божие, мы начинаем познавать Бога как личного друга, и тогда все у нас в жизни будет меняться только в лучшую сторону. Я еще не видела ни одного верующего человека, который бы отдал все проблемы Богу, и у него стало что-то ухудшаться. Наоборот, я вижу великие чудеса, которые Господь творит в жизни каждого отдельно взятого человека. И Он стучится в каждое сердце и говорит: «Открой, я стою у двери твоего сердца и стучу. И если ты откроешь, тогда я буду твоим долгожданным хозяином и сделаю так, как ты никогда не представлял себе». Вот мы говорили уже сегодня много о благословениях, и порой часто мы ставим цели, задачи, мы стремимся. И порой мы настолько выпячиваем свое «я», и настолько порой мы пытаемся мир под себя подстроить и мыслим своими шаблонными, какими-то сложившимися стереотипами, что порой нам даже не приходит на ум то, что Господь приготовил нам, если мы откроем Ему свое сердце, если мы пойдем Его путем. В Библии на страницах Священного Писания есть множество примеров того, какие чудеса творил Господь 2000 лет назад. А я в своей жизни, многие верующие люди, не только 2000 лет назад, а сейчас, сегодня, видят великие чудеса от Господа. Главное — наша вера. Я бы хотела пожелать всем веры, надежды, любви. Оксана, я благодарю вас за эту интересную, искреннюю беседу. И пусть Господь благословит ваши планы, ваше служение. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Вы смотрели программу «Лицом к лицу». Всего доброго, и пусть Господь благословит вас. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телепрограмма «Лицом к лицу».